Виновен и не заслуживает снисхождения. Такой вердикт вынес сегодня суд присяжных в Красноярске Анатолию Быкову. Его обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которое произошло в 1994 году. Молодых людей расстреляли во дворе жилого дома на Предмостной площади. Что это преступление заказал именно Анатолий Быков, посчитали доказанным четверо из шести присяжных. 2 сентября в Свердловском районном суде состоится заседание, после которого Быкову предоставят последнее слово. Затем суд удалится в совещательную комнату и огласит итоговое решение по делу. По данной статье предпринимателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В Свердловском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в организации убийства двух лиц – Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которое произошло 24 июля 1994 года. Сегодня вердиктом присяжных заседателей Анатолий Быков признан виновным в совершении указанного преступления и не заслуживающим снисхождения. Одного голоса не хватило в коллегии присяжных для того, чтобы по данному делу состоялся оправдательный вердикт. Отвечая на вопрос, виновен ли он в этом деянии, голоса разделились аналогичным образом. Четверо проголосовали за то, что он виновен в этом преступлении. Двое проголосовали за то, что он является невиновным. И аналогичным образом распределились голоса на предмет снисхождения.